Всем привет. Короче, тема такая у нас сегодня. Купил грабли, две штуки. Сейчас попробуем вот так их замутить. Вот это уберем, скорее всего. Прихватками прихватим. Здесь с обеих сторон подогнем. Немножко еще в каждую дырку просверлим. Сюда будем одевать тройники, крючки. 14 штук на каждую получится через колечко. Вот. Ну и взял вот такую веревку. И должны получиться вот такие у нас грабли. Для чего? С двух сторон. Для того, что когда будешь бросать, непонятно, какой стороной она может упасть. Соответственно, лучше будет замутить с двух сторон. И чуть-чуть потяжелее будет. Вот, как-то так. Сейчас будем мутить. Так, короче, вот, приготовили две штуки. Думали, как же мы их будем делать. Ну, как-то под наклоном. Сейчас здесь, в общем, прихватываем сваркой. Вот, здесь потом, ну, покажу, болгаркой еще делаем заусенцы. Используем расклепал. От граблей вот эту крепежку разогнул, используем ее. Вот таким образом она у нас будет. Ну, здесь покультурнее потом обрежу. Сделаем тоже отверстие, кольцо, скорее всего, веревка будет. И, соответственно, когда закидываем, она упала. Вот так будет. Вот. Когда начинаем тянуть, в любом случае она ее начинает поднимать, потому что тянуть будет за это место. И должно все нормально получиться. Вот такая замута. Все, осталось покрасить. Так, ну все практически. Сейчас покрасим ее. Вот так это все у нас получилось. Дырочки везде насверлили. Сейчас, кстати, эти зубчики еще сделаю. Вот. Сделали вот такую крепежечку. Сюда 150-й гвоздь загнули, чтобы веревка, 120-й точнее, чтобы веревку сюда продеть. И сваркой прихватили. Ну и на болты. Куда она не денется. Еще. Вот такой конструктивчик вышел. Сделал заусенцы. Вот такие. С двух сторон. И все. Практически все готово. Сейчас красим.
Так, ребятушки, ну все, вот готово. Вот тут у меня сейчас опасные вещи. Такие тройнички будем ставить. Ух ты, заскрипело, закрепшало. И надо скрывать, вот, наверное, такие, а? Колечки. Да-да-да, сними ее и приоткрой. Это мы тут плохо хреем. Даже этот попробуй. Хватит так? Убавить. Да, хватит. Короче, сейчас будем одевать крючки. 28 штук. Вот, короче, вот такая тема получается. Это колечки одеты. Вот. Ну, какие-то получились вот так, не очень удачно, как просверлились. А в основном все как положено. Вот эти только вот. Надо, кстати, перекрутить их. Да. Снизу сейчас сделаю, заведу их. И все, и сейчас вот одеваем на них тройнички, на колечки. Все, наконец-то домучили, в принципе, чтобы ее собрать. Ну, день точно убьется. Вот такая штука получилась. 28 крючков. Ну и вот эта затея, забава, во что нам обошлась? 170 рублей грабли, одна и вторая. Крючки, точно уже не помню. Ну, в общем, себестоимость данной конструкции у нас получилось что-то в районе 1200 рублей, чтобы собрать вот это вот. Как бы недорого, но и не дешево. Вот такая конструкция получилась. Под названием «Загребущая рука». Теперь точно закончили. Вот веревка 10 метров выдержит. И вот такая, ребята, конструкция получилась, чтобы можно было спокойно транспортировать 4 пластиковых полторашки. Снизу там они разрезаны. Ну, так снимаем и пользуемся. Их одеваем и все. Вот. Крючки цепляться не будут. Вот как-то так. Будем золото вытаскивать.